Символы мира на войне. Служащий мотопехотной бригады, которая держит оборону недалеко от Попасной на Луганщине, разводит голубей прямо на передовой. Солдат купил около 20 птиц у местного заводчика. Правда, держать их на опорном пункте руководство не разрешило. Поэтому голубятню боец построил недалеко от позиции в одном из брошенных домов. Солдат кормит птиц в свободное дежурство время. После демобилизации планирует пополнить голубями с передовой свою коллекцию в родном Николаеве. Там солдата ждут несколько сотен птиц. За ними ухаживает семья бойца. Здесь местные голуби я покупал. Вот, опасные. Не буду говорить, крутые они или нет, потому что я их не пробовал по полету. Это считается только хорошим, если он летит высоко и долго. Это считается голубь уже дорогой. Вот курские. Раньше тоже курские голубей держали у нас. Их очень мало. Они хорошие, но они очень мало и дорогие. Поэтому их так. Я приобрел для того, чтобы привезти домой в Николаев, чтобы там развести такую породу. Так, я их всех не везу, это понятно, я самых лучших выберу для себя. Кто захочет, себе заберет, какие понравятся.